Еле-еле набежал. Зачем я только сюда пешком отправился? Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Котенок Рыжий. Сегодня мы с вами будем работать дежурными по переезду. Как вы можете заметить, я сейчас нахожусь на новом ЖД-переезде. Ну, по названию видео. И надпись сверху, вы поняли, что я нахожусь на новом ЖД-переезде. Я надеюсь, сегодня будет все хорошо, все отлично, потому что, честно говоря, я сюда шел пешком, и это просто бежать. Потому что в прошлой серии мы работали на самом моем первом переезде, и оттуда я пришел сюда. Его только вчера построили. В общем, ребята, полная жесть. В общем, ребят, это жесть полная, я просто запыхался, сейчас вам все тут покажу. Все здесь покажу. Короче, ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики. Что ролики уходят каждый день. Ну а мы начинаем. Начинаем. Так, ну что ж, ребята, вот, смотрите, моя водичка. Моя водичка, мое расписание. Вот поезд первый, 15, там 20 минут, 30. Тут сюда корова он гуляет. Мой новый ЖД-переездик. Давайте сейчас вообще посмотрим. Кстати, ребят, смотрите, что здесь проводят. Тут, там проводится ЖД, ну, строится. Думаю, а как туда поезда? А поезда, я не знаю, должны останавливаться. Они типа вот здесь вот останавливаются, вот здесь вот примерно. Нет, ну, вот здесь на переезде где-нибудь здесь там. И все, потом просто... Ну, поняли. Арни, не копай дверь, у меня Арни дверь копает. Он просто решил дверь покупать. Ему это интересное занятие. Просто вот такие породы йоркширские терьеры, как мы знаем, они очень странные. Так, давайте сейчас первый поезд через 15 минут поедет. В принципе, это хорошо. Так, где тут ходить, я не пойму. Так, вот, смотрите, тут, блин, неудобно сделали тут. Неудобно. Так, все, открываем. Так, надо открыть. Мой Арни у меня дверь копает. Сейчас я к вам вернусь, подождите. Все, вроде все устроил. Так, все, открываем дверь. Ага, все, открыли. Так, что тут находится? Тут находится просто... Короче, вы поняли. Так, все, давайте открывать же до переезд. Поезд еще, в принципе, не скоро поедет. Так что вот здесь он такой балкончик, смотрите. Такой крутой. Классненький. Я надеюсь, у нас сразу в начале ролика никакая ДТП не случится. Потому что я очень боюсь, что ДТП случится. Потому что, ребята, если случится ДТП вот здесь, вот там где-то случится, то все, у меня работа окончена. Работа окончена, и все, кирдык просто поезду. Значит, нельзя поездам другим ездить. Они же понимают, что если я это как... Короче, не знаю. Корова, уйди отсюда! Иди отсюда, я тебе показываю, я тебе буду показывать. Я надеюсь, у нас ни в какой серии не собьют никакое-либо животное, потому что если собьют животное, будет очень плохо. Тем более, если корову, потому что если сбьют корову, будет жопа. Ладно, будем ждать поезда. Так, Так, все, все, ребят, должен по расписанию сейчас через 15, да, минут? Да, через 15 минут. Все, должен вообще подъезжать поезд. Будем ждать. По этому пути пойдет. Уйди отсюда, корова! Корова, уйди! Господи, да кто сюда коров послал, а? По рельсам тут ходит. Пошла вон отсюда. Я тебе что сказал? Пошла. Две коровы! Теленок вон! Тихо. Так, ребята, он там хоть идет? Вон, идите там, он ЖД. Вроде пока все хорошо. Так. Господи, у меня все потемнело. Так. Что там? Поезд вообще идет? Нет, я не пойму. Он не идет. Я его не вижу. Идет, ребята! Быстрей! Да беги! Я бежать не могу. Ребята, я бежать не могу. Пипец, блин. Я реально бежать не могу. Я только... Эй, а что ты? Эй, стой! Там ремонтные дороги! Стой! Стой, тебе говорю, стой! Стой! Стой, нет! Нет! Он сейчас сойдет с рельс! Все, ребята! Хитрить, смотрите!
И бежать не могу. Водички нужно выпить. Офигеть! Вы посмотрите, что случилось. Просто сошел смачно с рельс. Его аж развернуло, перевернуло, непонятно что. Давайте вот... Смотрите, просто жесть. Просто жесть. Вот понад, я напишу надпись. Типа то, что все, поезд сошел с рельс, чтобы все знали. Офигеть. Почему не тормозит? Походу машинист не знал то, что там находится сам этот ядрючий мадридчик. Сколько уже ДТП? Свинья, иди отсюда. Господи, за что мне это? Да за что? Вот за что, я не понимаю. Вот, машинист, ты бы хоть узнал информацию об этом? Да, короче, все, ребята, давайте сейчас сообщать. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, что случилось? У нас, короче, какой машинист? Он с синим в таком поезде, да, уехал? Да, только синенький уехал, он сейчас поехал в твою сторону. Он, кстати, затормозил? Вот об этом я и хотел поговорить. Он не затормозил, он не знал то, что здесь находится вот это вот все. Его свернул просто в разные стороны его, просто кирдык ему, короче. Да, конечно, все, я сейчас всем поездам буду говорить, и ты сообщи. Всем скажешь, что они останавливались. Ага, все, давайте. Так, все, давайте, машинистам всем. Угу. Внимание, внимание, всем машинистам. Быстро остановиться, потому что у нас случилось ДТП. У нас случилось ДТП, поезд на двух путях, и, короче, там полный кирдык. В общем, просто останавливайтесь. Что с ДТП с поездом? Все, останавливайтесь. О, так, все, отправляем. Так, о, машинист говорит. Машинисты. Да, все хорошо. Если что, это говорит машинист. Я буду останавливаться. Так, все, тормози. Так, все, ребята, сейчас затормаживать будет. Фух, вообще, ребята. Что, я зря сюда шел, что ли? Чтобы ДТП это случилось. Посмотрите, я бежать просто не могу. Я бегу, и не получается. Фух, вот, ребята, этот поезд. Он просто взял и сошел с рельс. Я просто в шоке, ребята. Просто не могу. В общем, ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там еще надпись под на монтаже. В общем, ребята, всем пока. Я просто все. Я здесь буду оставаться. Я буду здесь оставаться, ждать следующих, наверное, поездов. Все, ребята, всем пока.